национальном говорит на государстве. Черт, расскажешь об акции? Ну, акция это посвящена тому, чтобы власть в конце концов прекратила использование гептила, на котором отправляется запуск нашей ракеты, нашего Байконура, и наносит экологический вред нашему государству, нашей территории, нашему населению. Все, ракеты поставь на обычный. Саныч, давай оставляй. Сейчас давай поучаствуй. А что? Ну давай снизу. Виктор, снимайте. Лёна, на каком основании? Пиздец. Вы чё? Жесть. Чё я могу сказать тут? Ну, блин, если честно, ребята, неожиданно. На самом деле ничего противозаконного нету. Во-первых, это не митинг, один человек. Выходим, и это акция, фотопротест. Была придумана из-за того, что у нас многие акции антигептила, они всегда были под срывом. Наши правоохранительные органы знали, что мы делаем, поэтому они пытались всячески помешать. И сейчас они тоже так же, таким же вероломным образом просто... Ну, просто все прекратили, ну, не знаю, сорвали всю акцию. То есть, ну, власти боятся всего. Я считаю, что это тревожный звонок и любому... обществу, которое нацелено на какое-то кардинальное... Не общество, а НПО, которое нацелено на какое-то кардинальное изменение ситуации в стране, в том числе и по поводу использования ядовитого топлива гептил. Эти все попытки, они будут пресекаться самым худшим образом, самым недемократичным способом. То есть власти будут бояться всего, что, возможно, будет дестабилизировать этот режим. Нужно мурафлеть, да, активисты СДП.